И интересный момент, посмотри, поменяли флангами Слепушева и Карнаухова, и уже не первый такой эпизод, поэтому решили Карнаухова отправить на другой фланг, там поспокойнее, там Клифпу, с ним Карнаухов уже не конфликтовал, с ним еще никто не конфликтовал, да. Самый неконфликтный игрок лиги. Еще не успели. Точная передача на Бона. Но он ускорился, сохранил контроль для своей команды. Теперь ЦСКА вот те же самые 1-3-1 выстраивает в средней зоне, встречая атаку соперника. Жесткий силовой Карнаухов. Бон отлетел в сторону, а кружка пошла в другую сторону. Подобрал ее Бон. Так, зреет, на самом деле.